Сегодня я вот подготовил себе буквально несколько пунктов, которые вам, я думаю, все политики за последние 20 лет в Гагаузии обещали, включая последнего президента. Три законопроекта, которые должны были утвердить в парламенте, связанные с Гагаузией. Нет. Ремонт Дома культуры в Волконечных обещал вам президент. В прошлом году, понятно. Ремонт Дома культуры в селе Итуле Волконежского района. Нет. Обещали вам в 2016 году новый рентгенаппарат Волконежского района в больницу. Выступая в Гагаузии, Дадон обещал стать президентом, что примет статус второго государственного языка русского. 5 мандатов в парламенте для Гагаузии вам обещали все, я думаю, за 20 лет. В школах будет называться молдавский язык, а не румынский. Будут изучать историю Молдовы и так далее. Даже то, что включат российские телеканалы, которые закрыли, уже 1,5 года никто не мешает, но об этом все молчат. Вы знаете, когда в Гагаузию приезжают разные политики, у меня складывается обещание, что люди просто хотят один раз в 4 года голосовать.